Что, друзья, покупают люди, которым, в принципе, ничего такого уже и не надо. Вроде все у них есть. А тут у нас ночь, вечер, накануне Рождества, так можно сказать. И думаешь, что такое купить из нужного? Из нужного, друзья, ничего купить не удается. Тогда придется покупать что-нибудь ненужное. Например, я нацелен на приобретение колпака Санта-Клауса. И для чего мне колпак? Чтобы через несколько часов вести трансляцию в прямом эфире с вами. И вот это прямо перед Рождеством, соответственно, для фана. Свет, а ты чего бы хотела приобрести? Свет. Что мне нужны лампочки для елки? А, ну то есть у тебя какие-то есть полезные интересы. Ну да. Да. Что-то народу немного. Ну да, парковка забита вся. Парковка, правда, забита, еще дождь идет. Поэтому там мы даже немножко подмокли. И я сказал бы, Света, что полки некоторые реально пустые. То есть такое ощущение, что покупатели подгребли кое-что. Да, ты вот знаешь, пустые полки. В особом месте здесь, это новогодняя секция. Послезавтра здесь будет распродажа. Где? Ну, здесь все это. А там. Что тут? Друзья, это новогодняя или нет? Я ж не знаю. Смотрели, высматривали, и вот точно, тут какая-то такая Christmas Station, можно назвать, да, Света? Ну да, все, что осталось. Все, ну, не расходом, а после Christmas. Ну, елки хорошие, вот елки мне нравятся. Да, вот после Christmas все эти елки, вот видите, тут написано белая елочка, $330, мама родная. Но она, правда, с лампочками и все, но, по-моему, это дороговато будет. Вот, она будет за какие-то смешные деньги уходить. А вот это уже на 30% дешевле. Ну, это правда, тут остался один день. Да. $174. Ну, хорошо. 174. Так, лампочки. Лампочки. Слушай, полки пусты, все снесено. Друзья, даже не знаю, что тут могло быть. Но вот все, что было, все снесено. Так, какие-то игрушки, лампочки. Так, тут, ну, такие вот, можно сказать, красоты новогодние. Так, колпачком не пахнет. Что же мне теперь трансляцию вести без колпака? И тут, друзья, все разобрали. И тут все разобрали. Написано 30% офф. Чего ж тут 30% офф, когда брать нечего? Ну, вот, спрашивается. Да. Елочка. Вот, говорит, все, что тут есть, все по трешке. Да, что-то... Даже по трешке, друзья, ничего тут не хочется взять. Скажу так, по правде. Вроде трешки деньги небольшие, но просто так тоже не отдашь. Да. Где же ты, наш колпак? Так, и здесь все по трешке. Так. Продолжаем движение. Да. Сапожки, чулочки для подарков. Это есть. Это, пожалуйста. Вот они такие красивые, разные. Сердцем чую, где-то здесь должны были бы быть и колпаки. Вот и пакеты красивые, смотрите. Так. Сердцем чую, а глазом не вижу. Знаете, есть обратное, говорит, видит око, да зуб не имет. А у меня обратный процесс. А оком не вижу. Зуб наточен, а око не видит. Так. Продолжаем движение. Так. Ну, это какая-то туалетная бумага, это совершенно не из той оперы. За неимением гербовой, говорят, пишут на простой. Да, он нашли мы костюм Санты, да, Света? Да.
Дай посмотрим, что там внутри-то у меня. Так. Вот, это борода. Мама родная. Ну, колпак есть. Можно взять просто один колпак и уйти? Нет. Ну хорошо. На нем ценника нету? Нет, конечно. Нету, жалко. Нет. Так, но колпак есть. Так. Это тебе борода. Бороденочка. Так, это хорошо, это мне пойдет. Так. Халатец. Штанишки. Как штанишки? Прямо брючки? Да. Ну, Света, я бы сказал, что эти брючки надо кому-то подарить, они очень короткие. И они не должны быть длинные, он же вот такой, видишь? Так, ну хорошо, давай он дальше. В сапогах. Понял. Дед, общем, дед в сапогах. Так, давай штаны дальше. Штаны дальше. Так. Очень приятные, мягенькие. Так, ну, давай. А что, это будешь? Так, и какой-то халатец. Ну-ка. А, и сапоги есть. Это сапоги. Да, сапоги есть, давай. Ну, я скажу так, в сапогах я не буду сниматься. Я думаю, что халатец на тебя надо померить. Так, Светик, давай-ка ты, держи теперь ты камеру. Показывай меня, а я буду делать все остальное. Так. Ты можешь даже комментировать, но прилично. Миша, не тебе мне об этом говорить. Вот если ты, Света, сейчас начнешь какой-нибудь анекдот рассказывать, я тебе скажу, не надо анекдоты. А я не помню никаких анекдотов. Я боюсь, что он будет на тебя рукава... Ты наизнанку держишь. А, рукава очень коротенькие. Он маленький, для Санта-Клауса. Эй, че ты? Санта-Клауса не бачил. А в кепке хорошо, Санта-Клаус? В кепке плохо. Слушай, он еще на молнии, застегни на молнии. Да ты что? Да. Санта-Клаус на молнии? Нет. Рукава, ну очень короткие. Ну как же, вот же молния. А, есть, да, есть. Рукава, ну очень короткие. Так только на 6 Санта-Клауса засучит рукава. Я это напишу. Название видео сделаю. Ночь перед Рождеством на хуторе. Послушай, а рукава вот так вот отворачивается, чтобы подлиннее сделать их, нет? Нет. На хуторе близ Кремниевой долины. Швом назад. Угу. Не, ну так получается, какой-то у тебя несуразный вид очень. Какой-то поц. Ну, в смысле, неправильный человек какой-то. Так. Ну, как ночной колпак ты его одел. Совершенно неправильно вообще. Ну, хорошо. Так, давай я одену его бочком. Не, ну, что-то мне болтается в глаз. Так, ты знаешь что, ты если снимаешь, ты смотри туда в камеру и видишь, что ты снимаешь, мне полголовы не нужно. Подожди, но я хотела на тебе поправить, ты же так одел, что это невозможно. Подержи сам камеру, я поправлю. Пожалуйста, я держу камеру. Пожалуйста, я камеру могу держать. Я еще бороденку еще. Ну, возьми в эту руку, возьми камеру, а я поправлю эту руку. Так, пожалуйста, друзья. Я держу камеру, вот вы видите Светлану, вы видите нас обоих. Ну, пиджачок мне явно нравится. Тут, наверное, еще вот да. Тут есть этот самый. Знаешь, выйду вот так на экран и скажу: здорово, казаки! Ну, какие казаки? С Новым годом. Ну, это, в смысле, казаки это те, кто нас смотрит. Ну, так, бороду дашь? Подлинный. Вот тут борода. Так, держи камеру. Ну, так нет, я сам одену. Держи камеру. Так, и посмотри вот так, чтобы не было полголовы. Я сейчас так выйду без оплаты и скажу, с Дед Морозов нынче не берут. Дискаунт. Резинка. Так там же усы еще есть. Вот это? Да. Вообще, там должна быть дырка для рта. Ну, это, мать, ты знаешь, это ты размечталась. Дышать нечем. Ну, весь нос, только колпак убери с носа. Здорово, казаки! Слушай, а ты не можешь натянуть ее посильнее? Шапочку. Нет, шапочку. А это под ушами. Да нет, пропусти это под ушами, и все. Там один должен быть над ухом, один под ухом. Там явно должна быть дырка для рта. Потому что он с усами и с бородой. Как-то он тебя прям сморщинил всего. Нет, ну явно эта штука какая-то ерундовская. В общем, Света, мы без бороды будем. Мы будем только в шапке. Ну хорошо. Но костюмчик-то берем. Ну а что делать, если шапки нет? Почем вещь-то даже я не пойму. Она вообще бесценная. То есть ценника нет. Ну сними же эту бороду, а то ты весь сморщенный в ней. Да, борода мне... Друзья, бороду я могу уступить.
кому-то по дружбе. В хорошие руки отдам. За недорого. Вообще так отдам. Так. И у тебя почему-то шапка одета неправильно. Она у тебя получается как ночной колпак. Санта-Клаус, ну, посмотри на картинке, куда у него шапка. Да он так и носит. Вот так. Ну, так вот и о, совсем другое дело. Ночной колпак явно. Слушай, мне нравится этот костюмчик. Давай, пускай будет. Как говорил, знаешь, как говорил Харлампиев Анатолий Николаевич, создатель борьбы самбо и мой тренер. Он говорил, высмеять можно и мать родную. А зачем? Послушай, а если ты рукава закатишь так, чтобы они не торчали из-под этих рукавов, не будет очень короткие рукава у него? Что сделать? Ну, свои рукавчики, а то коротковатые получается. Ты не понимаешь, Свет, для съемки что хочешь можно. Да при чем тут съемка? Ты все о съемке. У нас еще будет семейный какой-то праздник. О, нашу двухлетнюю Наташу я буду пугать. Она ко мне может не пойти в такое. А может и пойти. Прикинь. Наоборот. Скажет Дед Мороз, Дед Мороз. Значит, я могу, да. Она меня не узнает, что это Дед Мороз. Да ладно, а то она такая дура. Все одно узнает. Да. Она говорит, Миша. Миша. Она говорит, Миша. Да? Ну что, друзья. Ты знаешь, мы должны потребовать дисконт, за то, что он такой разбросанный. За то, что нам была нужна одна только шапка, а пришлось брать целый костюм. Да. Да. Вы, кстати, нашли его в совершенно неподходящем месте. Видимо, кто-то взял сначала, потом бросил. Я думаю, что вернули просто. Да, вернули. Не знаю. Ну, в общем, с другой стороны, вот если так все уложить обратно, то вполне приличный видок. Да. Учитывая, что мы не специалисты по укладыванию. Ну, отлично. Видишь, как шли за шапкой, раньше купили целый костюм. Раньше я был первый парень на полярном круге, а теперь буду на районе, на Силиконовой долине. Все, выключаем? Выключаем. Мы стоим в очереди в кассу. Хоть в магазине в целом народу и немного, но, видимо, касс не так много, я не знаю, люди столпились. Но все такое красненькое, это вообще фирменный стиль магазина Target, правда? Вот, и тут... И тут вот такое все как бы новогоднее. Вот тут, видите, карточки подарочные, gift cards. Ну, Света, оно в целом, конечно, не то, чтобы сильно нарядное место, но с учетом новогодней вот этого красноперости, вот, вот этот красный цвет, он как бы в масть. Получается, что как вот под Новый год. Вообще, возле касс всегда ставят всякую дрянь, которая занимает мало места, стоит много денег и дает какую-то безумную прибыль тем, кто это все продает и производит. Куда-то пропустили. Говорят, идите туда, мы идем сюда. Мы послушные. Пожалуйста, нам куда сказали идти, мы туда и идем. Вот журналы, резинка жевательная, всякая дрянь продают. Вот. Пока люди стоят, им делать нечего. Раз на картинку красивую посмотрели, и все. Вот. Глянул на девушку, влюбился на всю жизнь. Купил таблетки от головной боли сразу. Ладно, друзья, мы не будем вам показывать жестокий процесс расставания с денежными знаками, поэтому просто прощаемся.